Функции премьер-министра Украины, согласно закону о Кабинете министров Украины, будет исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов, заявил пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко. Президент поручил Кабмину продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового правительства. Это означает, что в соответствии с законом о Кабинете министров Украины обязанности премьер-министра будет исполнять первый вице-премьер, сказал Лукьяненко. Также он добавил, что заседание правительства, запланированное на 29 января, скорее всего, уже проведет Арбузов. Через несколько часов президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра и кабинета министров. Он поручил Кабмину продолжать работу до начала работы новосформированного правительства.